Всем привет, я стану как-то все равно ближе. Меня зовут Анна Петрова, я являюсь координатором программы Института предпринимательства ЦИСКО в России и Украине. Где у меня ЦИСКО? Да, ЦИСКО в моем сердце. Все, перестань. Вот, кто слышал что-то про Институт предпринимательства ЦИСКО вообще? Раз. Не, можно руку поднять? Просто интересно. Раз, и там два. А, на сайт заходили. Ну, неплохо, это уже радует. На самом деле мы начали там деятельность буквально с сентября, да, там, и пока еще активно не проводили, можно сказать, пиар-компанию. Мы с Мишей это планируем. Вот. Ну и начали, наверное, сразу решили сначала начать с лекции, поделиться вообще, что такое институт. Сегодня там в 3, 4, 5 слайдах расскажу об этом. На самом деле о программе тоже много сказали, что было, что мы будем здесь делать. Но потом больше узнаете со слайдов. Что хочу сказать, что предпринимательство, об нем очень много говорят. Да, кто-то это видит как, не знаю, просто зарабатывание денег, кто-то отмывание денег, кто-то хочет, не знаю, создать, ну правда, кто-то создать новые технологии, кто-то хочет просто, не знаю, жить на Багамах. У всех разное. Но сейчас будет видео, которое нужно будет включить. Я надеюсь, меня слышат. Да? Вот первое. Но для меня предпринимательство и, наверное, месседж института именно вот в этом видео. Да, чем-то напоминает, но кто-то здесь сказал, да, что обрезали крылья там или еще что-то, наоборот, будем пытаться благодаря лекциям крылья помогать, не знаю, делать их больше, потому что я верю, что и знаю, что всегда у всех есть свои крылья, которые просто нужно, или они маленькие, их помогать им расти. Месседж о том, что можно долго и здесь сидеть, слушать лекции, и могут приходить кто угодно, но пока реально что-то не начнете делать, да, ничего не произойдет. И вот институт, наверное, является в ЦИСКО таким, он, это молодая программа, мы открылись где-то в 2007 году, первые страны были там, например, та же Украина, где мы открыли, если вы знаете институт, есть Киевский политехнический институт, где был открыт первый институт предпринимательства, и потом начали там тоже двигаться по другим странам. Где мой кликер? Миссия вообще института – это поддержка, понятно, предпринимателей. Слайд можете прочитать, поделюсь просто своими. Мне очень многие за полтора года, будучи работая в ЦИСКО, все спрашивают, ЦИСКО – технологическая компания, смысл вообще института предпринимательства как такового? Это вообще не прямое, как бы, да, ваша деятельность не прямая. ЦИСКО это видит так, как развитие, да, там,
вот буквально сейчас, да, студента, развитие, не знаю, там, предпринимателя, который, например, уже что-то создал, или там уже, может быть, больше кого-нибудь среднего бизнеса для... Да-да-та-ра-та. Слышно меня, да? Да? Потому что я себя перестала слышать, наверное, теперь легче будет вам слышать. И это видение, да, для чего мы развиваем? Для того, чтобы дальше развивалась... понятная экономика, и в будущем мы что-то с этого получим. Как сказала Эрнст Дайстон, знаете, это венчурный капиталист, она там вкладывает много в социальные предпринимателей. Реально, почитайте, очень такая позитивная, интересная личность. Она сказала, что очень правильно думать на 100 лет вперед. Вот, грубо говоря, Цискал благодаря тому же институту и деятельности его как такового делает, да, там, думает на 100 лет вперед или на, там, на 10 шагов вперед, как правильно должен думать каждый предприниматель. Мы находимся сейчас в 39 странах. Как и сказала, что мы начали в 2007 году. Программа развивалась по-разному. Сначала это там была CSR-программа, потом теперь мы находимся в вертикали наших лёрнинг-партнеров, и теперь мы там видение программы развития другое. Но самое главное — это развитие разной целевой аудитории, да, там и студентов. Да, я тоже так вдохновляюсь всегда, что Россия огромная. На самом деле я начала заниматься институтом с Украины, и у меня есть такая, как бы, ну, это моя мотивация, скажем так, за моим рабочим столом у всех, знаете, такие спокойные, ну, как у айтишников, знаете, такие обычные столы, там просто компьютер, какие-то бумажки. У меня там, как предпринимателя, карта Украины, недавно я повесила карту России, и когда я повесила карту России, я такая, ого-го, сколько работы предстоит, да? Можно работать и работать, а не выходить никакие там другие страны, например, СНГ, а можно заниматься Россией, хватит работы. Вот. Что самое основное про наш контент, то, что он разработан не только ЦИСКом, он был разработан, понятно, такими великими университетами, как Стэнфордский, Корнелевский, компании, которые нам помогал, мой он бизнес, мы этим гордимся, потому что, ну, не каждая компания может сказать о своем контенте, что он разработан качественно, да, и сильными партнерами. Я думаю, что Женя уже может поделиться потом использованием одного из наших контентов курса «Экзек». Я больше о нем скажу дальше. Это курс о технологиях, потому что есть два курса именно о предпринимательстве и один о технологиях, как технологии влияют на развитие бизнеса, если это офлайн-бизнес. И как раз Moscow Business School является нашим первым партнером в Москве и в России вообще. Кто поверил в нас, да, там, мы взял наш курс и преподает его успешно, уже более там 300 студентов прошли курсы «Экзек». Понятно, что наш контент рассчитан как и на активную молодежь, потому что я всегда говорю не просто молодежь или студенты, потому что все-таки студенту студент рознь, да, почему-то именно вы сегодня здесь сидите, что-то слушаете и хотите что-то больше узнать, создать, а кто-то сидит там, не знаю, где-нибудь в кафе или еще где-нибудь, да. Что интересно, что контент рассчитан не на просто вот лекция там, или рассказали там, как лучше продавать или как продвигать свой, например, проект или бизнес. Да, обязательно в стартинге бизнеса, это наш первый курс, вы защищаете бизнес-план и, например, в других курсах вы защищаете кейс. И тем вы проверяете себя, и тем интересно ходить на занятия, и понятно, что, ну, не выходите просто, да, там, послушали и забыли. Основные курсы, я уже вспомнила о некоторых, да, это создание бизнеса, это развитие, это IT, и это IXEC, мы его называем, это IT-стратегии, есть также IT-стратегии для госсектора. Еще есть очень интересные разные мелкие курсы, это мышление предпринимателя, такой мотивационный курс, что если вам не хватает там мотивации заставить себя посадить себя на одно место и сидеть работать, да, это вот об этом. Можно пройти, все курсы онлайн. Еще в чем, что вы можете не обязательно заходить, не знаю, приходить куда-то учиться, можете заходить онлайн и себе там вспоминать, что вы учили. А вот я чуть-чуть вспомнила, да, это виртуальное преподавание самое главное, то, что очень много разных видео, ЦИСКО говорит о том, что, да, много, то есть будущее или, там, можно сказать, видеоконтенте, и мы очень много используем его во время наших занятий на разные темы, не только там мотивационные. Вот, чтобы вы понимали, что очень технологичные наш контент, да, что он состоит, да, вот семинары, которые я уже показывала, кто их создал, все в вебе, вот,
Классно, что контент локализируется, да, что мне тоже когда-то спрашивали, а как американцы будут знать, вот вы там делали курс в Америке, как будут знать, как его вести в России. Обязательно курс локализируется местными экспертами, практиками, да, на том, что как же сделать это здесь. Вот, приходя, вы можете, понятно, что есть контент института, семинары, приглашенные спикеры, тоже интересно, что вы не только сидите нудно и слушаете одного тренера или двоих максимум, да, вы слушаете больше. Чем-то формат напоминает то, что мы придумали делать в открытом университете, да, формат напоминает наших семинаров, просто мы решили на данный момент не использовать именно наш контент по курсам. Ну, конечно, сертификат, да, приятно иметь сертификат, где написано не только ЦИСКО, а написано, что курсы разработаны Стэнфордом, Корнелем. Даже если вы не пойдете завтра же создавать свой бизнес, важно, что вы на рынке, да, там, ну, становитесь на шаг лучше, потому что у вас есть такие за спиной, такие имена. А преимущества, да, этого инновации, да, инновационно-технологический контент, методы обучения, что я говорю, что не вот так. Почему мы сегодня, когда увидели, что все сидят вот в виде лекции, мы подумали, что надо что-то сделать по-другому, потому что я смотрю, что кто-то уже устал, вон сонные глаза, например, там, или еще что-то, да, или серьезные. А очень лучше, когда, конечно, все общаются и могут... Кстати, по ходу можете задавать какие-то вопросы, и вообще потом не по презентации, а может какие-то есть другие. Просто полный образовательный процесс, это я сказала. Программа, что будет здесь, чем ее отличает? Уже начал говорить, что сильный контент, мы думали над тем, кого же сюда позвать, чтобы вам было интересно. Главное – это практика. Всегда везде все слышат, что устали просто от того, там, или просто от истории успеха, да, что, не знаю, шел, нашел миллион, да, там, или получил да, там, наследство. Как ты получил свой первый миллион, наследство и стал миллионером? Да? Да, мы так назвали, интересно, спикеры, вы только мечтаете, они уже это сделали. Это действительно, да, может быть, там много именно интернет-технологий, да, там, и то есть стартапов с интернетом связанных, но все равно, я думаю, всегда можно что-то для себя почерпнуть, то, что там не слышал, или действительно, и мой как бы вам такой напутственное слово, это... спрашивать, не бояться спрашивать разные вещи, потому что чаще всего, ну, там, лекция здесь будет зависеть особенно от стартапов, когда со стартапами, от ваших вопросов. Можете задавать все, что угодно. Там, знаете, как беседы без галстука. Я думаю, что стартапы, они, мы их там с ними так разговаривали, просили, еще будем им говорить, что бы вы хотели услышать, именно будет, ну, от вас зависеть. И что еще? А, ну, стартапы-победители, это мы так тоже их назвали, что они уже выигрывали какие-то конкурсы, там, поднимали раунды инвестиций. Реально можно, кто-то был уже в инкубаторах, можно получить разный опыт для вас. Не просто там выйдет, не знаю, или Женя, или Миша, или я, и расскажет какую-то там сейчас теорию, потому что это важно донести до вас, да, но расскажут практику. Самый месседж такой последний, да, это предприниматели — современный эквивалент великих первооткрывателей прошлого. Да, будьте первооткрывателями там, в своей жизни, в этом проекте. Может быть, вы для себя что-то новое придет, и у кого-то появится проект. Значит, мы не просто так провели эту программу, а провели ее там с пользой для вас, главное. И можете, там, если вам интересно что-то про институт или узнать про программу или еще что-то, можете писать мне, и я отвечаю по мере возможности. Вот. И спасибо. Если есть вопросы, можете задавать по программе, по институту, не знаю, просто какие-то вещи по предпринимательству. Просто сегодня была моя миссия была именно рассказать про институт.